Здравствуйте, друзья! Мы на канале «Виноград и сад на даче». С вами Владимир Исаенко. И это видео посвящено корчеванию деревьев. Вот бывает так на даче или при усадебном участке, так и в промышленных садах бывает. Но там этого не делают, наверное. Если делают, то гораздо проще, не так, как я делаю. А вопрос такой, как выкорчевать дерево. Ну вот у меня яблоня была. Ей лет 30, наверное. Ну и вот болезнь посетила ее так. Спасти ее не удалось. Кора вот полностью облазит. Пришлось спилять. А теперь необходимо выкорчевать. Ну и вот задают такой вопрос, как это делать. Но самый простейший способ, и который применяется вот при корчевании деревьев, там где-то в тайге, в лесах, так это заставляют взрывчатку, подрывают такие пеньки, а потом трактором стягивают их куда-то. Ну, на даче таких возможностей нету, то сюда и техника не заедет, и взрывчатки у меня нету. Поэтому приходится делать вручную. Ну, что я хочу сказать, что надо делать в первую очередь. Вот если у вас пропало там на даче или в саду дерево какое-то, яблоня, груша, то вы сначала опиливаете все ветки. Ну, под корень, если вы думаете корчевать, спиливать не надо. Оставьте вот такой где-то пенек. Зачем? Затем, что когда уже в последние минуты, вы ее, им можете как рычагом нажимать, и проще вам будет его окончательно сделать, так сказать, выкорчевывание. Что для этого нужно и чем я пользуюсь? Ну, в первую очередь это штыковая лопата, совковая лопата, топорик обязательно нужен. Ну и нужна такая лопаточка, может где-то почистить корень перед тем, как рубить его, или саму лопату почистить от грязи. И вот начинаете вы как? Начинаете сначала одним штыком вот такую площадь вокруг дерева, ну тут где-то сантиметров 60-80, чем больше дерева, тем больше надо взять. Вот так выбираете, выбираете сначала штыковой лопатой, потом совковой лопатой, потом доходите до корней. Может подойти ближе. Вот тут начинаются корни, вот это начинается самое интересное. Вы лопатой, этой лопаткой очищаете эти корни. Вот. Ну а вот, например, тут корень был, не знаю, этот, не от этого. И обрубываете его топором. Обрубали, выкинули. И так вокруг, покуда не дойдете до окончательной стадии. Ну вот, когда я дойду до окончательной стадии, мы это дело заснимем и я вам покажу. А пока вперед за работу, не расслабляться. Дело трудоемкое, ну что ж, надо сделать. Ну вот, землю копаем, корни рубим, щепки летят. Видите, уже шатается. Но еще, а ближе подойди, чтобы показала. Вот это, видите, корень. Вот так мы эти корни рубим. Можно выкидать. Вот еще больше шатается. Вот с этой стороны корень. Вот почему не надо низко ее спиливать, если корчевать. Потом удобно. Вот большой корень пошел вниз. Вот мы его и будем рубить. Thank you.
А ну, все. Или еще где-то. Еще где-то. Вот. Вот этот корень. Вот так шатая, можно легко обнаружить. Все готово, выкорчевано. Ну вот, на меня, пожалуйста. Что я хочу сказать еще? Вот это выкорченное яблоня. Если вы такое делаете на своем участке и планируете садить опять деревья, то яблоня, груша — это семечковые. На их место семечки не рекомендуется. Нужно садить косточковые. А если были косточковые, там абрикосы, слива, черешня, вишня, то можно садить тогда семечковые. Вот таким образом. Поэтому этим летом мы здесь посадим помидоры. А там будет видно. Может, виноград. Виноград можно садить на таких местах. А вон еще яблоня. Вон, видите, тоже больная. Там меры лечения приняты. Если удастся ее сохранить, значит, сохраним. А нет, будем делать то же самое. Всем спасибо за внимание. Здоровья, прекрасных урожаев. И до встречи в следующих видео. До свидания.